6 тонн муки. Этот груз очередной, не первый и не последний, который мы на протяжении 8 лет направляем на территорию Донбасса. Входит в этот груз продукты питания, это прежде всего мука для хлебзаводов, которые работают на Донецкую Народную Республику сейчас. Здесь и обувь, здесь и медикаменты. В общем, груз сборный. Общий вес груза, который сегодня мы отправляем, будет в районе 10 тонн. Собирали, как всегда, мы всем миром. Очень много людей участвовали в сборе этого груза. Некоторые из них сегодня будут присутствовать на отправке этого, на загрузке и отправке этого груза. Хочется также выразить слова благодарности за помощь в организации отправки непосредственно. Это Сергею Михайловичу Миронову. Он серьезно помог нам именно с отправкой.